короче, братва, сейчас ездил, билет возвращал. Вообще, вот отправление 18 минут, я к кассе подошел 18 минут, я не успел собраться, я очень сильно заболел. Короче, этот меня не отпускает. Вот я вспомнил такую, короче, девушку одну, которая меня не стала ждать с вахты. Она прям за самолетом аж бежала, короче. Начался еще скандал, когда я еще собираться начал, ну еще никуда не выехал. Она не давала мне собирать сумки, короче, на вахту. Вы представляете, ты едешь на несколько месяцев, как минимум на 2 месяца надо собраться, ничего не забыть, не оставить. Я говорю, ты что угораешь, говорю, у нас с тобой, блин, все плохо из-за того, что денег нет, надо ехать денежки зарабатывать. Так она прыгнула со мной в такси, я говорю, слушай, ну, блин, все настолько плохо, что даже, ну, как я тебя отправлю обратно, на чем? Бежали туда, в аэропорт, короче, она со мной бежала, провожающая там. Самолет, короче, задержали на 2 минуты, короче. Жесть. Прилила